Конец мая – горячая пора для выпускников. В этом году экзаменационный марафон откроют девятиклассники. 26 мая пройдет первый экзамен в формате ОГЭ. Тремя днями позже – экзамен по выбору для 11-классников. Об этом говорили на городской планерке. А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник? Экзамен для меня всегда праздник, профессор. Чтобы экзамены всегда были в радость, готовиться к ним нужно как минимум за полгода. Понимая это, педагоги еще с ноября прошлого года организовали в Чебоксарах проект «5 с плюсом». В его рамках еженедельно проходили бесплатные консультационные занятия для выпускников. Кроме того, в ведущих вузах республики проходят семинары для будущих биологов, химиков и экономистов. По мнению учителей, все это будет способствовать успешной сдаче итоговых испытаний и поступлению в учебные заведения. Все выпускники текущего учебного года зарегистрированы в региональном информационной системе. Определены пункты проведения экзаменов ЕГЭ и 30 пунктов, 11 пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и 30 пунктов проведения экзаменов ОГЭ. А в каждом пункте предусмотрено участие до 300 человек максимум. Все экзамены в форме ЕГЭ будут проводиться в режиме онлайн-видеонаблюдения. С этого года в систему ЕГЭ введен ряд изменений. Из ЕГЭ по физике, биологии и химии исключена тестовая часть. Время на задание по биологии увеличивается на полчаса. Кроме того, результаты ГИА теперь будут влиять на итоговые оценки в аттестате за 9 класс. Выпускники 9 классов с ограниченными возможностями здоровья, как и в прошлом году, могут сдать только два обязательных предмета – русский и математику. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика.